трасса сейчас вот в данном случае получилась удачно 2 километра. Вот, стоят морозы у нас. Будем стараться продлевать. Вот, ну, трассу, чтобы уже, скажем, было полноценно 5 километров. Есть искусственный снег, да, он производится, скажем так, снегообразующими машинами. Он имеет такой гранулят. Ну, как бы простым языком, скажем, это песок, а натуральный снег, который выпал, это цемент. И когда вместе они смешиваются, трасса получается жестче. Это гораздо комфортнее. Когда только чисто пушечный снег искусственный, ну, она быстрее разрушается, потому что она не успевает скрепиться. Сейчас же уже за счет того, что она смешалась с этим снегом, трасса будет, в принципе, вот в погоду, которая будет минусовая, и даже какое-то первое время плюсовая, она еще будет жесткая. Это, конечно, ну, больше комфорта. Вот, людям и, конечно, качество. Вот сейчас морозики начинаются, лыжи тоже будут скрипеть, будет это, и, скажем, упираться будет, ну, гораздо тяжелее будет кататься. Вот. А когда теплеет погода, более теплая, тогда лыжи едут гораздо быстрее и скользят лучше. Все, что я советую, это готовить лыжи, все мазать парафином, чистить и готовить именно под, просто под определенную температуру. Мы с тобой разговариваем, мы уже видим, постоянно кто-то катается, причем эта дистанция 2 километра. Ну, поэтому об объеме можно сказать, что он всегда есть сейчас. Ну, как бы это хорошо, это радует. Значит, люди, в принципе, у нас уже с каждым годом, поверьте, все больше и больше и больше, ну, именно к активному отдыху уже, скажем, приобщаются. Да практически как лыжная трасса открылась, это с 2010 года. Ну вот, постоянно стараюсь, потому что организму требовать нельзя, потому что вся жизнь связана со спортом. Великолепная, великолепная трасса. Все отзываются очень хорошо, очень подобранное место. Здесь же речка, природа, как говорится. Но и в отличном состоянии. Дружный коллектив работает на этой трассе. Решили отдохнуть в зимнее время. Покататься. Ну, нравится кататься. Приходите кататься на трассу. Очень хорошо.